Всем привет, всем здорово, вы на канале Яден Вот, меня зовут Дэн, как мы могли догадаться. Сегодня мы со Славой продолжаем пиратить. Но что-то опять с интернетом какая-то беда. Обновление было. Алло. Да. Я пытаюсь найти, что в обновлении было, но что-то... Ну, где-то оно есть. Ну и ладно. Что-то добавили, ну и ладно. Нам не сильно интересно. Вот именно. Блин, а чё у меня не получается? А, я хочу аналитику посмотреть. На целый день, подписчики там. Плюс 2, минус 2. Вот целый день, короче, просто скачет туда-сюда. То же самое. Ну, типа, это YouTube так офигенно работает. Видимо, подписывает. Ну, у меня было в день плюс 3, сейчас опять минус 3. И вроде как за стрим тоже люди подписались. Опа. А, твой стрим открылся. Так как это называется? Мирные надежды 4. Вот я хочу, короче, посмотреть, добавились ли просмотры к вот этому стриму, на котором был момент. То есть я взял момент со стрима и... В описании ты тыкнул ссылку, что вот это тот стрим, там это было. Ты сам-то увидишь? Интересно, работает ли такой вариант. Ну, у тебя нихера себе, 8,5 тысяч просмотров. Ну да, они уже остановились. Но тот, который вчерашний набрал 800 до утра, он опять начал набирать почему-то там по 10-11 в час. Мне вообще не ясно, как это все работает. Ну, блин, это... Во. Вообще не работает, короче, штука. Ну, то есть, по ссылке в описании вообще никто не переходит в этих шортах. Походу, там описание и так не видно. Я думаю, они, скорее всего, как ТикТок же, просто хоп-хоп, пролистывают. Да. Как бы все. И вот непонятно, как к этим людям потом будут рекомендации приходить, будут ли вообще приходить, и как это работает, зачем это работает. Вот я не знаю. Ну, в целом, за счет шортов я, получается, почти взял 50 тысяч просмотров за месяц. Типа, новый рекорд. Нормально. Но, блин, очень мало людей подписывается при таком огромном количестве просмотров. И потом они просто... Их нет. Они не заходят на стрим, они не смотрят другие какие-то ролики, видосы. Их просто нет. Вот это меня реально напрягает. Вот, короче, когда мы в танки-то играли? В пятницу? В пятницу, да. Да, в пятницу. Пару человек, короче, было. Ну, которые как раз шортов отписались, я видел их в чате. Но очень недолго. Ой, что-то пролагивает, игра. Че, у меня тоже что-то. О, смотри, здесь шлюпка есть. Так, а стоп, здесь быстро бегать нельзя в этой игре. Я и забыл уже. Ну, все быстро. Вот же я быстро. Ну, типа, здесь обычно бегать, это быстро бегать, нет? Ну, да. Ну, ты немного быстрее бежишь из-за того, что оружие спрятал, да? Я с мечом. Так, я, короче, вот заберу шлюпку. Я что-то не могу никак понять, что по звуку здесь нормально ли, потому что... Что-то слишком громко, что-то как-то тиховато звучит, и, возможно, придется сейчас в настройках копаться. Блин, а она побитая, капец просто. Ой, откуда у нас? Тут сразу на лодке ядра есть. Откуда-то? Я опять... Прогревается комп, что ли? Что-то пролагало и вроде пролагало все. Есть. О. Она вообще пустая, прикинь. Полностью пустая. Ну, их ж... Бог с ним, зато лодка.
Чё это мы так далеко? Чё, мы будем закупать, да? Ну, надо... ну я просто беру тут всякие. Я почему... Я из-за Майнкрафта теперь каждый раз нажимаю на Ctrl, чтобы бежать. Искоренять дурные привычки. Ресурсы и грузы, вот. Ну, я, короче, беру все, кроме ящика для хранения, как обычно. Ай. Денежка немножечко есть. Гоу, гоу, гоу. Так. Я не допрыгиваю. Как так-то? Так и будем брать эмиссарку. Ну а как не брать-то? Не, постой, здесь можно как-то быстро бежать? На какую кнопку? На shift? Ну, на shift нажимаешь, он просто бежит. А, да-да-да-да. Вроде не так давно играли, я вообще все забыл абсолютно. Мне каждый раз не дает покоя мысль о том, что у меня мой пират не умеет прятаться. Какую эмиссарку будем брать? И вариант. Ну, у нас здесь есть кости мертвеца. Плюс есть, я не помню, как она называется. Фемида? Нет. Короче, там кого-то есть еще. Одна эмиссарка вот здесь. Но, насколько я знаю, она не на все предметы. О, стоп, а здесь подарочек нам отставили, прикинь. Где? Прикольно. Возле входа просто два предмета лежит. Ну вот здесь есть Афины, вот. Сокровище Афины. Но давай, наверное, кости мертвеца возьмем, как обычно. Так давай, да, наверное. Вот эти пусть лежат пока здесь, видишь, на входе. Ядро зеленое нашел. Где лежит-то? Прям на входе. Во, Дэн. Надо взять. Ну подожди, не бери пока. Сейчас эмиссарку возьмем сначала, а потом заберем это. Если я не ошибаюсь, она вот на этом острове где-то слева. Здорово, Андрюха. А, во, вижу. Мне, кстати, вообще никто не зашел. Все вроде хорошо. 6 лайкосов стоит, а на стриме вообще никого нет. Ты че, как Андрюха? Вылечился ли? Одни черви предлагают. Так, ты где там, Дэн? Я тут. Во, сзади у тебя эмиссарка. Во, вот. Все, теперь можно предметы забирать. Идем брать. А что нам деньги за это дали? Какое-то задание сделали. Почти вылечился, качаю ветку чехов. Пяжей, что ли? Что я левел сейчас уже заканчиваю, открываю 7. У тебя Шкода получается сейчас. Шкода огонь. Не знаю, я не качал, я вот только ехав вообще до Шкоды докачал и все. Да и вроде все собрали, да? Нет, да. Что здесь рядом интересного есть? Ну, сокровищницы все еще остались на местах. Можно попытаться сокровищницу лутать, ну, либо на какой-то остров уплыть. А что по заданию? Мы, кстати, недалеко от приюта смерти. Там может кто-то быть из игроков, те, которые там продаются, либо... Ну, короче, там обычно есть какие-то игроки, нам нужно просто на восток. Юго-восток. Так, у нас якорь-то наверху. Прочекаем это, а дальше уже посмотрим. А, ты здесь? Где мне быть-то?
Ой, так нам надо вообще плыть-то нет. Я понял, что ты ТТшки Шкоды качаешь. Юго-восток, говоришь? Нужно будет сделать несколько стримов. Мне на ЛБЗшке. Нужно, чтобы ты помог. Я, возможно, заберу 2.79. Это можно. Но там все равно придется сделать, знаешь, вот это на мастера. Блин, это сложно. Но там же вроде не обязательно мастер нужен, да? Там первая степень подходит, и для дополнительного нужен мастер уже. Тут не скажу. Потому что реально мне осталось прям легкий несколько ЛБЗ сделать. Почему, Андрюха, все сложно? Все просто. Парус поднял. Опустил. Опустил. И рули. Ладно, все, я здесь все равно ничем не помогу уже. Не помогаем мы на 2.79, потом уже завидовать будем. Я еще даже вообще не выполнял ни на что. Даже этот, какой там первый, ты Халибур или как его? Да. Даже на него не выполнял. Ну вот это зря. Ну и как минимум деньжатка там всякое вот такое дают. Экипаж. Да надо бы так-то, надо бы. Так это не приют смерти. Ах ты. Куда сал плыть, я плыву. Если морских левее, главное, чтобы... Левее, на юг обходить, Кальюн не слева был этот. Полон. Здорово, Тёма. Я хочу еще Базилита, привет. Гоночки хочу погонять. Я сегодня попробовал, этот Forza Horizon идет у меня. Ой-ой-ой, нужно. Уи! А чё так мало? Ты куда полетел-то? Ну, остров чекну. Ну, как минимум, здесь два задания на берегу лежит. Ну ладно. Странно, я поднял две бутылки, и мне еще не добавили. В смысле, у меня пришло уведомление, что два задания. А у меня вообще не. Форпост, бочка с порохом. Торговый союз. Опа, подожди. У меня здесь братишки-призраки. Ну, давай там удачи, всего хорошего. Ну, я, кстати, вижу здесь какой-то... Ну, скорее всего, не клад, возможно, доставка. Возвращайся, но... мы, короче, плывем фотосский корабль убивать. Привет, Илюха. Ну, у меня здесь рядом, я быстро... Я хочу проверить. Да, это бутылки. Но с этих должны вроде как деньги падать, призраков, но не упали. Почему не упали? Какие-то слишком жадные призраки. Так. Попутного ветра и бесконечных богатств. Спасибо, спасибо. Сейчас пойдем их бить. Че ты не хочешь заряжать? А, я выбросил ядра. Ты выбросил ядра? Ну, в ящик выбросил. А. Я думал, я залутаю ядер на острове, а там... Где они? Лево. А, вон, а подожди, 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 вот там вдалеке тоже кто-то есть, видишь? Прям по курсу. Игроки, походу. На шлюпе. Ну, не очень далеко. Давай бота залутаем. Ну, давай залутаем. А подожди, чё они стоят здесь? Нас ждут. Не иначе. Так это у нас кто? Бригантина? Не, это Галеон. Будет сложно, нормально. Они там, что-то стоят. Там есть скалы, можно их просто потопить на них. Теоретически можно. А практически. Ну, Илюха, я потом еще перед сном я зайду, посмотрю.
Я зайду, посмотрю. Ну и скажу, что потом нужно разрушить. Потому что, скорее всего, там по-любому мне что-то не понравится. Чем будем их таранить? Да не, нафига. А че? А толку? Они же не будут все равно тонуть. Мы, походу, под ватерлинию не ударим тараном. Они поплыли, короче, давай на левую пушку вставай. На левую? Окей. А? Ой, чё. Зная, как я стреляю. Ну, мы в целом можем попробовать их пануть. Дэн, на таран идем немножко. Я поворачиваю, там же остров был. Что, прострелять? Я пушки сначала, а потом топить буду. А что, они не подожгли, что ли? Я попал ведь этой. Ну так они не горят. Это ж боты. Чуть ближе я зацеплю еще раз. Привет, Женя. Не летит. Просто тратишь. Больше не буду. Блин, вот плохо, что одна пушка-то. Да, где ядра? Вот тут слева от пушки прям. А, подтяни гарпун. Ой, таким способом потопим. Я сейчас так позорно разбился с моста, упал на карте порт. Чё ж ты, Андрюха? Запрыгнешь через лоб? Блять, нет! Не запрыгну, я за русалкой. Русалка! Они разворот делают. Не дают русалку мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне бухарика кинули. Русалка, блин, сейчас я уже бегу. Да, Дэн! Плыву к русалке. В смысле, а куда она исчезла-то? Утопилась русалка, прикинь. Короче, я буду просто пока чинить. Катоним. Я не вижу вообще, куда мы плывем, потому что я прям снизу. Прямо, короче, русалка была, я на нее уже плыл, и она такая, хоп, и пропала. Вот опять, что такое-то? Что за баги? О, всплыла. Стой тут. Ну мы... Слиплись немножко с ними. Сможешь попасть к ним? А сейчас, секунду, погоди. А, нормально, нас даже не дамажит. Проверь, у них на дне есть ли дыры. Иду, иду, подожди, мне тут они ведь еще драться хотят. Да, они тонут. А здесь шлюп еще один. Бля, огонь. Как мне теперь от них сбежать? Через сколько зайду? После стрима зайду. Часа через три, Илюха. Ну они тонут, короче. Сейчас меня убьют.
Да отвалите! Я делаю разворот еще. Их ведь не убить. Да. Сдохнешь ты, нет? Че на перилине досидишь? Ну они тонут, да? Прям тонут. Ну прям тонут. Я сейчас спущусь вниз, буду стрелять, чтобы они не чинились. Ну у них уже первый этот почти затонул. У них если первый затонет, все. Они уже, ну, типа, не починятся. Да отвалите. Сейчас меня зарубят. Ты сверху? Нет, снизу я. О, в упор меня с мушкета. Ну, у них пол этого уже затонуло, первого этажа. Ну, я их еще протаранил. Ну, скорее они нас, конечно, протаранили, но еще пострелять успел. У меня ощущение, будто бы починка корабля стала быстрее. Да, вряд ли. Скажешь, когда будешь резаться, я пойду к ним в этот момент. Окей. Резаюсь. Окей, я в них уже. А, меня прям убили, я не знаю, у меня персонаж застрял в корабле. Может он тонет, я хз, но суть в том, что у меня персонаж просто начал убивать. Да. Так, надо доски взять бы. Наш корабль вроде, типа, живет. Ну, тут немножко тонет. О, чинит, кстати, у тебя... Я думаю, это, знаешь, это из-за того, что у нас маленький корабль. Мы просто в последнее время же играли все больше народу. Ну, чинит прямо вообще быстро, да, ты прав. Хеловер МКМЛ-XXX. Во. Написано на стене. Как называется игра, где скачать и сколько стоит? Сколько стоит, да? 700 рублей? Ну, была 700, да. В Стиме 700 рублей. Я думаю, столько и стоит, в принципе, сейчас. Так, все, где они, где они? Ага. А шлюп этот до сих пор здесь плавает. Он ждет, пока мы убьем этих, короче, и хочет. А чего они развернулись так резко? Вы че, твари? Я же хотел к вам залезть. А может еще и залезу? Нет. Хотя они что-то на месте крутятся. Они, походу, по этим стреляют еще. Тебя бы не убить хоть там. Да, по мне не пройдет урон все равно. С этого-то, может, и пройдет. Да прикинь, дважды почти доплыл. Они тоже, короче, этих атакуют. Говна акула, ты где? Я вижу. А чё, если я пойду сразу к этим ребятам, которые там нас хотят подловить? Хороший план. А чё не плывет персонаж? Вот это меня бесит. Не могу под воды выплыть просто, вижу их. Давай.
У меня просто... Дэн, ты не представляешь, мне персонаж просто не слушается. У нас убили, меня убило, у нас, походу, уже эти крендели запрыгнули. Он ко мне подкрался, я пока стрелял. Вряд ли же это боты. Нет, это не боты. Он меня на раз выщелкнул. Или со снайперки, может. Снайперка же на раз вроде. Он меня убил, рубает. Капец. У меня что-то с клавиатурой опять говно тупое начинается. Она просто не работает. Только перед стримом батарейку поменял, понимаешь? И она не работает, говно тупое. Проклятие беспроводной клавиатуры. И чё, работала все время? Работала, нормально. Сегодня не работает. Играл в Майнкрафт, не работает. Здесь не работает. Ну, видите, и... Из-за этого говна меня просто убили, и, походу, корабль, да, слили? Нет, странно, у нас корабль целый. Ящик, может, украли. Чё вроде не украли, этот не украли. Корабль, ну вот, немножко поломанный. Вот теперь долго чинит. Короче, чини, я пошел к ним, они за нами прям плывут. А боты-то чё, померли? Не, боты живые. Но они почему-то атакуют все время этих ребят. Надо что-то сделать, потому что мы ходим кругами. Да нормально. Ничего нормального. Я сижу с ними. Ну, типа, на этой фигне сижу. Я пока буду следить просто. Можешь чекнуть их корабль, где кто стоит? Я вижу один за пушкой. Одного убил. Хорошо. Может, один там? Не знаю. У него куча ядер магических. Надо забирать, просто все забирать и все. Я буду пока на корабле у него. Давай, 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 я буду. Еще он резнется. Он резнулся. Я полагаю, его убить, потом ботами заняться. Угу. Ну я сверху стою, я скажу. Да, сейчас я его тут немножко затараню. Аккуратно, боты стреляют жестко. Он на корабле, резнулся. Меня босс нашего корабля скинул, прикинь. Блять, нужна русалка. Или чтоб меня убили. Боты сейчас утопят наш корабль. Он живой, он меня убил. Слава, ты тогда, короче, прыгай на этот... Я мертв. На наш корабль, ну, резайся, я пойду его убью тоже. А наш корабль живой? Пока да. Да типа, блин, нам нужно просто его еще раз, походу, на якоре. Или он стоит все еще. Он должен на якоре умирать. Ой, их тут двое. Че, убили тебя тоже? Нет. А нет. Да можешь сесть? Ну то есть, если ты можешь попасть на корабль, просто нет, держись. Меня убили. Я в воде был, но он меня в воде застрелил. Мы чё-то, я по звукам слышу, мы тонем, да, мы Дэн тонем. Ты успеешь ещё нас спасти? Пытаюсь. Капец долго теперь чинит. Я говорю, ты ж сначала прям быстро, да, сейчас вообще еле-еле чинит. А вот сейчас, наверное, из-за размера дыры. Я понял. Я тут быстро починила. Быстро. Чё, но они справа у нас. Чё, разные дыры? Чё, идем на них? А боты-то потонули где-то. Чё, резнулся? Да. Короче, смотри, они справа. Мне нужно еды взять. Слева? Ну, уже слева. Скажешь, когда мне выстреливаться?
Или ты выравниваешь? Блин, поздно уже. Уже да, надо было раньше говорить, что хочешь... Так ты можешь в воду выстрелиться. Блин, мне надо еды взять. Я вообще голодный. Ого, попал жестко. Ого, я чиню. У нас досок-то маловато. У нас ящик сверху лежит с досками. А, хорошо. Я уже несколько раз разрядил пушку почему-то. Из-за того, что выстрел не работает. Он плывет к нам. Пойду с ним разберусь. Ты на корабле? Да, чекай, да, да, внимательно. Да. И блин, и куда он делся? Я видел только что, как он к нам плыл. Чекай аккуратно корабль. Может, уже он успел? Ну, он если прячется, если эта фигня прятаться, я его никак не найду. Да найдешь, там видно все. Нет, двое нету. Я возвращаюсь. Ага, тут русалка. Вот он, вот он, вот он, короче. Где, 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 где? Ой, а на полку-то нельзя на эту, что ли, вставать? Дэн, на кого ты меня ставил? Нормально все. Сейчас я этого, может, убью. Вон он плавает. Я за ним плыву, короче. Не попал. Я сейчас на русалке приду. Все здесь. Почему мы их догнать не можем? Ну смотри, он может сейчас зайти сбоку аккуратно. Смотри воду-то. Он прям так жестко попадает по нам. Да, есть такое дело. Ну, с дробовика тут хрен попадешь, конечно. Как так? Оно просто отпустилось само. Они просто нам вообще не нужны. Я, насколько понимаю, они абсолютно пустые. Нужно их просто напугать. А может, они пустые? Пустые, они продавались. Не, ну что, теперь отпускать, что ли? Не, точно не отпускать. Отпускать нельзя в этой игре. Вот блин, мне нужна думаю... нормальная клавиатура. Давай заброшу тебя наперед. Залезай. Да блин, разряжается пушка. Залезай, быстрее. А ты не шевели пушкой-то, я иначе расывается. Они не дураки тебе. Меня очень далеко кинул. Ну, они развернулись просто. Не, не догнал я. Ну, они видели, что ты меня запомнил. Все, не могу больше, в танке затошнило, а выдохся нормально. Парус, 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 парус. А что парус-то у нас? Не повернуть в ту сторону. Пун. Давай, Дэн, за пушку. Да куда? Так на волне качнуло. Хорошо. Эти ядра кончились, подожди. К нам плывет один. Вижу. Ой, меня ваншотнул, прикинь. С левого борта заплывает.
Не, он там стоит, да. Вон я вижу его. Нет, он снизу. Под кораблем. Блин, мне надо пожрать. Да это бред, как он меня шотнул с снайперки. Там же нет разницы в голову. Ты умер. Нет, я не умер, но... Чуть в камень не врезался. Давай, 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 давай. Ты там скоро ресаешься-то? Я уже. Не с другой стороны камня, да? Да. Миллиметры просто не хватает, чтобы камень юзнуть. Давай разворот на... Стоп, стоп. Да, давай разворот на месте. Он в воде. Я подниму. Не будем разворачивать, значит. Так уже могли развернуть. Так они на нас все равно идут. Хряй. Да я держу. Два ядра осталось. Да ты бред! Вообще... Что с гарпуном тупым? Ой, ты зря. Я же якорь бросил. Все нормально. А так бы мы прямо в скалу развернулись. Кончит. Это подос. Да надо гнаться за ними. Они стоят, ждут нас. А, они разворачиваются. В какую сторону? Право. Правую. Стреляют. О! Выкинул. Нихера он ядром попадает просто. Слава, ты один на корабле. Я знаю. Он спрыгнул с корабля. Я в курсе. Он нам якорь сбросил. Он у нас на корабле. Мы тонем еще. Ты там на корабле? Да. Чини, 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 я чекаю. Он стоит у нас там, где штурвал. Не-не-не-не-не. Возле мачты стоит. Что-то было, Дэн. Да у меня патронов же закончились. Он в воду упал. Сзади корабль плывет их. Опа! Он здесь! Нихера. Ты меня поднимешь или я к паромщику? Если я буду поднимать, он зайдет на корабль. Он так на корабле. А, они вдвоем на корабле. Одного убил, второй... Они сундуки наши забирают. А вот это уже непростительная наглость. Блин, это бред. У меня просто кнопки пропускают действия. Ну, типа... Хочу резнуться, и у меня сбрасывается вот эта фигня от зажима. О, да все, они уже там все залутали у нас. Ну мы за ними погонимся, у них залутаем. Даже не трогай. Мы горим. Что? Минус один. Да ну опять ничего не работает. Меня шотнули с дробовика, я просто застрял на месте. Все, не могу двигаться. Блин, боже. Он, короче, застрелил меня тоже. Даша. Клавиатура говёная, ну работай нормально, пожалуйста. Тут стул. А чё их два? Это другой какой-то уже. А может там тот второй сдох? Сгорел? Да как он сдох?
Да не может. Он меня скинул с корабля, но я ему почти все снес. Я убил его. Туши, чини, я не знаю, что там надо. Они сами все потушили. Все подчинено у нас. Корабль слева. Хотя постой, постой, держи, держи, держи якорь. Да все уже снял. Они поскидывали наши сундуки просто в воду. Да блин. Ой, я пойду починю. Они вокруг острова обходят. Да все, они уйдут. Они по факту у нас... А, они у нас забрали так-то. Блин, у нас этот сломан штурвал, я не успеваю. Нет доски-то? Да в скалу просто идем. Блять, только починил. Ой, боже, нет у меня доски, они все сбросили. Говно. Я вот не понимаю, каким вообще образом это... О, они справа заходят. Вот он там что-то лежит на острове. Ядер нет, мы просто пустые, понимаешь? Полностью. Они тоже в остров пошли. Хорошо. А, на корабле! Не вижу. Да он типа сзади меня убил только. Не резнет? Да почему у меня гарпуну? Где он? Ну меня просто шотнул в спину. Ой, капец, просто чинить не перечинить. Он еще стреляет. Да, да, Андрюх горластый. Он тоже стоит на острове. Он отплыл. Как он? Я не, короче, он меня убил. Я не понимаю, как он. За раз, блядь, шотает. Я с дробовика даже в упор попадаешь. Да в упор с прицелом нужно стрелять. Капец. Треснулся? Они оба почти мертвые на корабле у нас. Надо как-то бы убить их и убить их корабль. Но они нам якорь поднимали, они походу тоже без этого, без ядер. Хотят нас потопить. Он стреляет в меня. Да досталось, вот с прицелами я ему дал впритык. Он меня саблей, блядь, зарубил за два раза. Он стоит у нас за мачтой. Самое страшное, когда папа знает, она ручки хочет. Если была взрослой, бил бы, наверное, посуду. Вот-вот. А это у меня, если что-то просто хочет, она начинает просто вообще орать. И что-то не по-ейному. Одного убил. Резвися быстрее. Так мне еще не открылись врата. Рисуюсь. Дэн, мы прям тонем быстро очень.
Я хз почему? Я вроде все починил. Ищи второго. Значит, не все, ты починил. Они сзади у нас. А, у нас сверху дыра. У меня досок нет. Я тоже не одной. Вот, а да я спрыгну просто к ним вот так, как они плывут. Вот так и спрыгну. Прямо плыви. Отдай доску. Блин, а еды-то нет. Где мы тонем? Акула! В жопу пошла, тварь тупая! Саша, что ты делаешь-то? Тупое! Просто я прыгнул в воду, и она просто передо мной резнулась. Боже, акулы гребаные. Ну так она тебя сожрала? Да, но у меня меньше половины хп было. Какое же говно. Главное, это говно не ваншотается с дробовика, но меня зато убивает сразу. Да. И главное, ты никак не убежишь от этого. Если она тебя кусает, она 100% тебя кусает. Это самое глупое. То вообще нельзя никак увернуться. Есть у нас еда хоть где-то какая-то? Должна быть. А что они уже впереди нас? Это как? Так. Они же сзади были. Теперь впереди. Ты не идешь воевать с ними? Где они? Слева были. А, вот и есть ядра, да? Ну, у меня только куча магических ядер. Я выложил, короче, в этот клипер. Может, ты попадешь? Не. Еще левее. Так уже мы левее, все, уже куда левее. Да он не попал же. Капец, он, блядь, прыгает. Он меня скинул. Я упал там. Боже! Че бред? Они сейчас потопят. Раз 100%. Они уже могли 300 раз потопить. Они... Походу не хотят топить-то нас. Я не понимаю, он дает шот сзади меня, но меня отбрасывает от пушки. Это ж как вообще работает? Он просто... Они взяли на таран, он запрыгивает и меня дробовиком, блядь, скидывает в воду. Это как так? Бред вообще. Убил. Корабль тонет. Дэн, черпай воду. Черпаю. Есть доски. Нет? Доска-то одна. Он меня сейчас зарубит. Убил его. Да, получается, их сейчас вообще никого нет на корабле. Не вычерпаем, да? Вычерпаем, но досок нет. Он надо доски брать. Черпай, я поднимаю якорь. Нам нужно, блин, догнать их. Я могу... У меня одна доска, я... Почини! Ну, я могу только черпать все время, и все. Иначе мы потонем. Очень быстро тонем. Ну я не попаду с такого расстояния, только ядра потрачу. Могу, короче, я выброшусь сейчас. Только патроны нужно взять. Да, мне тоже зарядиться. Это ядра летят. Ну ты понимаешь, да, что ты выбрасываешься, и все. Попали.
Капец. Ну, в том плане, что я тебе вообще ничем не помогу, я буду только черпать. Слава, уходи хоть у них досок, бля. Короче, я выпрыгиваю. Дальше разберемся. Не трать ядра пока что. Цепанулся. Хорош, хорош. Скажешь, когда кто-то к нам полетит или что-то вот такое будет. Они оба тут сидят. Ядро пуляют. Ядро, ладно. Он меня заметил. Он тебя скинул, что ли? Не, я сам случайно упал. Они прям попадают жестко? А попадают, да. Ты устраняешь с тем, что нам нечем стрелять, нам нечем чинить. А что, нихера он прямо... Там попадает. Они просто... Они знают, когда я вцепился, как? Я типа, понимаешь, я вылез, и они уже не за пушками, хотя секунду назад он стрелял из пушки. Я вылез, и они сразу на меня накинулись оба. Они видят, тебя убили, да, они? Угу. Они тебя видели. У меня осталось ядро одно джига и одно ядро ядро. Отравление, которое... Я все, что у меня было, я сгрузил в эту штуку. Ну, я хз, нам нужно возле острова проплыть какого-то, закинуться и взять доски, потому что мы так просто потонем. Ну, пока закидываемся досками, они от нас уедут уже, уплывут. Они за нами будут плыть. Ой, штурвал сломали тоже. Да ну как? Как он попадает? Просто по КД попадают каждым шотом. Вообще. Опа, он меня скинул, короче. Ядром. Я попробую к ним залезть. Ну мы в остров плывем. У нас вообще, чтобы ты понимал, они нам штурвал полностью сломали. То есть я почти кораблем вообще не могу управлять. Он к нам плывет. Он сквозь корабль дает мне шот только что дал, понимаешь? Сквозь корабль. Я ему дал два шота с дробовика, один шот точно я ему дал этим, саблей, и он меня на два раза зарубил. Тут, конечно, жесткая эта боевка, непонятно, как, блядь, работает. Живой там? Ну, я пытаюсь корабль спасти, у нас дыр просто миллион. У нас три ядра всего. Еды вообще нет. Стоп, есть. Не, еды нет вообще. И возможно, чел на нашем корабле один есть сверху, аккуратно. Никого нет. Еще по башке дам.
А, стрелять-то нечем. Но зато и им всегда есть чем. Уже да сколько времени у них ядра не заканчиваются. Да все, это ГГ. Матч сломали. Да, все. Офигеть. Книпель прям в лицо прилетел. Да и пофиг тогда. А, все, мы утонули? Да, походу, да. Ну, я не знаю, я мертвый. Да, он с под воды меня убил. Он просто с под воды меня убил. Прыгнул и сквозь воду... Ну, типа, я его даже не видел. Ну, они вообще... Просто ваншоты они вообще вылетают. Жесткие. Я не понимаю, сколько у них ядер было, если они столько времени, они полчаса по нам стреляли по КД, понимаешь? Какие полчаса-то? Мы уже час играем, мы начали сразу поплыли с ними биться. С этими и с этими. Да не, мы дрались ну, некоторое время еще с ботами. Ну полчаса даже, а не просто. Офигенно. Надо больше ядер с собой брать. Так они выбросили все. Здоровью, здоровью. Больше ядер, больше ядер. Ой, как ядер. Же оно лагает, капец. Как только появляешься, да. С игрой. Сейчас прогреется. Ну, я просто... Сарку прыгал. Загружаться по максимуму. Добром. Так мы вроде больше одного не можем сундука купить. В этом проблема. Ну, мы кроме сундука можем тут еще бочки же наполнить. И голосовать-то здесь? На берегу вот. Полагает. Прогрузки такие странные. Тоже лагает на этом. Блин, забросила каким-то задротом на сервер. Да, ну ладно, хоть у нас ничего не было особо. Да не, если бы мы сразу с ними сражались, а не с ботами. Мы бы их, может, и убили, но, блин, без ядер, что мы им вообще сделаем? Да они... Они ведь еще и ботом наваляли. Кому с ботами бились. Червяки, то, что нужно. Они и ботом дали по щам. О, прикинь, ящик для хранения нашел на вас. Хорошо. Посох на штук 300. Минимум. Бомбцы, ядра. Так, два магических нашел. Я тут... Как это? Пошло-то все. Посочки. Так, ну черви нам не нужны. Господи, я упал. Я что-то одну бочку нашел и все, больше не могу. Это уже прямо на причале. О, здесь еще есть.
Трезубец, кстати, еще тут. Так это. О, оказывается, не только бочки можно лутать, но и ящики. Что, все пусто везде? Я вот вижу еще снизу. Смотри, где я. Видишь? Здесь еще много бочек. Ну, не то чтобы прям много, но немного есть. Здесь еда, ядра, бомбцы. Кстати, я все не могу забрать. Доски. Так я тут тоже... Всякого добра. Ой, здесь вообще дофига бомбцов. Гаид. Но здесь придется плыть. Плыви. Тут прямо на причале все лежит. И здесь доски еще. В принципе, досок мало. Вот тут еще доски, эти зажигательные. Рачка, бомбцы. О-о-о. Все тут, куда там далеко бегаешь? Я не понимаю, что сегодня не так с этой игрой. Меня просто только что сбросило с этого, с причала. Я типа шел прямо, и меня в бок выбросило. А зачем ты червяков? Кто червяков положил? Это был я. Возможно. Да, это был я. Да, я оставлю их. Ты же их, наверное, не просто так положил. Глядела? Можешь пожарить. Червяков? Да, блин, здесь еще доски есть. Я даже бомбцы опять не все забрал. Ну ладно. Еще раз сюда возвращаться точно не буду. Чудо, вот это, я только еще тут на причале вот все собрал. Я слышу выстрелы уже где-то рядом. Нам надо быть готовыми. А, ну здесь боты воюют, походу, с теми челиком. Ну да, это, походу, те же челики воюют сейчас с ботами. Что ты предлагаешь, поехать их ударить? Да поехали. Что нам еще делать? Ой, я не знаю. А ты где? Да я пытаюсь выставить эту фигню. Ты купил пауков? Да? Их паук. Ну, у нас носовая фигура, гибельная паутина, и носовая фигура, гибельная паутина. Еще. Ну, может, купил когда-то, да. Вы бы поплыли уже, пока они там это, заняты друг другом. А что? За что я вцепился? Ты что это? Куда здесь посох? Я положил. А может и не они, потому что они почему-то убегают от ботов. Блин, ща рогать буду. Не надо. Спецпиратов вообще у меня никто не смотрит сегодня. Да у меня кто-то сидит. О, дизлайк уже пришел. Ну, короче, они почему-то убегают от бота. Может, они нас заметят? Может, у них кончились ядра и доски? Они на нас-то тоже ему попадали, все-таки они...
А ядрами, так они вообще нормально на нас потратились. Ну, мы что-то их вообще не догоняем. Ветер в лицо. Чего ты ожидал? О, они развернулись. Как думаешь, они это или нет? А, может и они. В смысле? А, золотой, я думал, синий здесь главный. Ты как синий, ты главный. Боже, посмотри, как они палят. Ходу те же. Нет, у них какой-то флаг. У тех не было? Порван парус. Зен, ну не похож корабль. Еще там и мегалодон этот... приплыл. Да. А как они ботов подожгли? Это что за прикол? Это незаконно. Забей на ботов. Да я и не собирался по ним стрелять. Влево, блин. Ни одна и ни другая. Там боты утонули. Починиться не хочешь? Да у нас не так все плохо. Если сравнивать с прошлым разом, у нас все отлично. Ну просто не хочется утонуть на ровном месте. Может, постреляешь? Я чинюсь. А, я понял. А есть почем? Всегда есть почем. Ну не судьба. А у них белый флаг-то, они типа этот, не хотят воевать-то. Ой, а я как бросил, а тут... Ой, найс. Армада, привет. Это то, что у нас было в прошлый раз. Но идем за ними, вообще плевать на этих ботов, нужно их убивать. Идем. Хотя, может, мы союзку можем? Да, сначала... Я посмотрю. Сначала напали на них, да? Так мы, по факту, их и не задамажили. О-о-о! Нихера себе, это что такое? Он прямо по нам проплыл. Нормально, офигеть. Это что за прикол? А где союз... Блин, где флаг союзников? Алло. А вот, союз. Я чиню, если чё. Вот. Я не вижу, куда они делись. Как они по нам проплыли-то? Это чё было? Они сзади оказались. Это как? Вот так. Эти-то, это все боты. Впереди, впереди, впереди. Ага. За пушку, Дэн, за пушку. И тут боты все перекрывают. А чё? Подожди минуту, Саш, подожди. Поднял уже, да? Да, 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 да. Они пытались же нам мачту сбить, да? А, ну смотри, по нам пуляют. Мы-то не можем пулять. Успеешь, успеешь, давай. Да как давай-то? Че, не могу?
Я у них. Бросил якорь. Джигаю. Я подниму якорь. Мы можем сейчас их просто расстрелять с нашего корабля. Я тут стою. Они сейчас пойдут тушить, я их буду стрелять. Ну, кончились эти поджигалки. Ой, Дэн, уйди оттуда лучше. Тихо, вон я вижу его. Он снизу под тобой. Ты можешь поджечь чем-нибудь их еще? Да, могу. Вперед, он поджигай, они тушат. Сейчас я возьму еще. Клим никак не спах. Хотя мы тоже горим, Слава, у нас нос горит. Да не страшно, забей. А у них якорь-то поднялся, что ли? Ты что за прикол? Не-не-не. Да сдохни! Капец, у них корабль живучий. Капец, у них этот меня зарубил, я в него 3 шота дал впритык. Три шота с дробаша дал. А он жирный такой, в него еще не промажешь. Мне ты прям нужен на корабле, чтобы я сейчас управлять, а то я не успеваю. А что там с этими-то? Не знаю, я просто спамлю их корабль. Он, походу, там один. Саш. Сейчас я бомцы возьму и пойду к нему. Он уже должен потонуть. А, нет. Сейчас, ты Саш, просто разберись с этим, с трувалом, чтобы мы поворачивали медленней. У меня просто времени не было тогда. Все, он тонул, короче, надо этих валить. Чё, стоим, просто расстреливаем их? Чё это? Так, что, где его лутим? Ну, мы же на якоре стоим, да? Да. Не-не-не, стоп, мы не на якоре, мы... Ну, видишь, мы поворачиваем, мы не на якоре. Там, имею в виду, что мы крутимся немножко. Отправлю это. Блин, мы крутимся, это вообще как там. Ну ты за одну пушку встань, я за вторую, и просто будем их спамить. Я, кстати, могу выпрыгнуть и разобраться, наверное. Вообще еды только возьму. Ничего не подожду. У нас есть еще дыры, так-то. Да ну выбери! Еда. Трончик. Блин. Обожаю, когда оно не прыгает. Лучше не бывает просто. А где от этих лут-то? Да опускайся вниз, пушка дурацкая. Да, нормально, ща.
Вот этот, на котором я сейчас, он вообще, ну, типа, с ним все в порядке. Ну, я тут другому уже навыдавал просто. Ну, хотя бы один корабль не будет тебя атаковать. Ядра у меня кончились. Сейчас, Саш, мы тут убьем и тихо пойду. Гини, меня убили. Вот и? Да, такой корабль маленький, а их так просто миллион здесь. А убиваю, типа я был снизу, я убиваю одного, на его месте сразу новый спавнится. Но этот, короче, этот вообще без урона. Нужен тот, по которому мы стреляем, чтобы я мог сразу это отбивать. Мы где-то течем. Где? Сейчас я приду, проверю. Я починил. Ну я вижу, я нашел дырку, она опять на том же месте. Привет, комарчик. Так, ну давай смотреть. Пока... О, смотри, там лутик впереди. А не достанем мы его случайно? Когда-нибудь достанем. Слишком далеко. Если хотим лут этот забрать, нам нужно прям... Сейчас я, короче, корабль подправлю. Ты отбивайся. Мы сейчас буквально чуть-чуть к нему подойдем ближе, чтобы я забралась. Прям чуть-чуть. Ядра кончились. Тут еще лут вон. Да я вижу, мы просто проплыли мимо. А, это тут. А это что за... А, это бочки. О, твоя любимая. Или не твоя любимая? Нет, это не моя любимая. А пьяная это? Да чё ты не забрал это? Всё, сделали круг. Так, а где лут? Тот, который остался. Неужели не успели? Так, я сейчас спрыгну с корабля, все равно мы на месте, я хочу посмотреть, где лут. А, во, нашел. Дэн, по левому борту лут забрать. Отпиваешь? Ну нет. Теперь по правому уже. Ну что-то вот я череп взял. Что по настроению? Да все нормально вроде как. Давай сюда. Я еще не вижу. Все, что ли? Тут должно вроде еще что-то быть. Да, мы просто отплыли. Там еще что-то зеленое есть одно. А, это посох плавает. Пофиг на него. Ну тогда, наверное, все. Давай я пошел на этот второй. Попробую второй задамажить. Или нет, или он не идет сюда. Он должен сюда идти. Идет.
Короче, видишь, на который... А, да. Я только не могу в него стрелять пока. А я не успею. На стрим не попал по Майнкрафту, который... Ты видел, что мы сделали, комарчик? Ну, точнее, что мы... Что я сделал за стрим. Ты, короче, вот на левую сторону ухожу. Господи, мы просто двух ботов не можем убить. Да я не понимаю, они двигаются как-то странно. Во, смотри. А не, не смотри, я не достал. Он ускорился очень резко. Зайди на сервер, посмотри, что, что я сделал. Ну, там, там много еще не доделано, конечно. Ужас какой-то. Да они просто издеваются, я не могу к ним попасть, Дэн. Че за шутки? Слушайте, челики приплывут нас убивать. Блин, мы, короче... Да просто останови, поставь штурвал ровно. Выбери какую-то цель и будем его гнать и убивать. Ты моя видел? Я хз. Есть, я залез. Залез и сам себя сбросил. Чем? Случайно? Бомбцы вот эти. Они. А чё, какой мы убиваем? Красный или белый? Любой вообще они. Ты в билдер мире бил? Был так, чутка залетал, я не смотрел что-то. У нас вода. Короче, зайди в основной мир, и там, короче, ты, я думаю, увидишь. Там, конечно, много еще нужно что переделать, добавить, исправить, но... Че, погнали на них? Я чутка, прям чутка вот парус. Пущу? Ой, магия стреляет. Это который был? Я не видел который. А, прыжки нельзя. А, это пьяницу дали. Ну, это тебе. Ой, вот это... Жестко было. Я у них, они тонут немножко. Вот если ты вот этот корабль, на который я запрыгнул, будешь дамажить, то мы их убьем. Какой на коде запрыгнул? Они тонут, хорошо. У меня пушка не опускается, чтобы помажить. Не даю им чинить. Жаль, нельзя босса убить. Это было бы кстати. Еще чутка, и они утонут. Подними парус, Дэн, подними парус, пожалуйста, если успеешь. Чтобы мы сразу это залутали. Капец, а кому ты выдал лобку? Никому не выдавал лобку. Там нескольким людям гейммод выдал просто, чтобы они построили, и все. Ой, мы то... Он им... слегка. Еда, мне нужна еда. Все. Ушли на дно. Или нет? Видишь, где я? Вот этот корабль нет, должен сейчас утонуть. Воду качаю. А не, подожди, они починились. Я чиню. Раз. Не, все, тонут. Хотя я сейчас умру, но нормально, они все равно уже утонут. Сейчас как раз будем лутать. Даник, привет. У меня есть эти постройки в билдер-мире. Ну, короче, там нужно будет деревню построить, и вот с нее будем начинать по-новому сюжетку писать и так дальше. То есть там хотя бы сделать, ну, на часа 4-5 геймплея в около деревни, потом переход дальше и вот так делать. Мир, понемногу его раскрывать и строить.
Че, утонули? Ну, нет. В смысле? Они были прям полностью. Они еще и по нам постреляли так. Ой, жесть. Кто-то уже построил здание, ну там сидел Илюха, но скорее всего он построил фигню. У нас на этом. Че я пьяный-то? Я его убил. А где они? А, с другой стороны. Ой, как по жопе-то мне дали. Я ничего на корабль не... забрался. Это эти же, наверное, типа-то. Починись. Вот этот тонет, на котором я сейчас. Жди, мы тут тоже тонем. Все, этот ушел. Или нет, под той. Все, ушел. Утонул, да? Да. Он уже не спасет его, но он еще живой. Я над ним сейчас добью. Есть, добил. Так, минус один есть. Так, я тут... И почему я должен строить фигню? Не знаю. Я видел, как ты мост строил, поэтому я думаю, что ты строишь... Ну, построишь фигню. Так, короче. А мы, типа, этих ботов не потопили? Да как? Нет, не потопили. Которые белые были. Че, мы не тонем случайно? Вроде нет. Где? Что, с этих-то ничего не упало, что ли? Да он же пустой приплыл, он соло был один. Короче... Он приплыл нам мстить просто. Чуть-чуть нужно парус опустить, и тогда нормальная война будет. А где... Где ядра, Дэн? Все. У нас ядер нет. Нету. Там только магические остались. Не сильно-то против них и работают. Хорошо. Эти тонут. Или нет? Ну, у них есть вода, но я не вижу, чтобы у них она набиралась. Да... он за... Прикинь, он заспавнился прямо во мне, и я застрял из-за этого. Короче, он что-то собирался чинить, так что вот этот один уже тонет. У нас есть еще ящик ядер где-то. Если его никто не украл. Я по нему еще шотов 6 дал. Че они уплывают-то? Парус подними, они вернутся. У нас здесь дыры немножко. Надо их добивать уже. А где они? Кто? А, вижу. А где второй? Вон там левей. А, вижу. Все, погнали.
Ну, полный ядер. Ящик-то? Да. Давай этого, который справа у нас, сейчас убьем. Блин. Как попасть? Почему заряжаются сначала магические? Не знаю. Там выбирать же можно так-то. Подними парус, если успеешь. Все, утонул. Ждем второго. Прям возле лута. Так, игра, а чё? Игра лут не дает. Может, на обоих убить? Возможно. Они что-то разворачиваются. Вот непонятно, стоит ли мне к ним идти или нет, или они к нам идут. Смысл, ты к ним придешь, что-то там против ботов воевать-то? Ну не давать им чиниться просто. Они же тоже чинят корабль. Фактически да. То есть они там прям с досками бегают. Вот. Во, лут пошел впереди, выровни и чуть-чуть пройдем к нему. Прям чуть-чуть. Медленно. Давай помогу. Лутай. Не вижу из-за волны. Из-за волны ничего не вижу. Довернуть надо, вернуть надо направо. Или налево, без разницы. Все. Давай. Вот, кстати, можно... Блин. Ну что ты, бери сундук. В сторону, Дэн, ты чё? Другой стою. Так я в какую сторону стреляю, в такую и этот. Все, не могу, короче, стрелять. Сейчас руками запи... Короче, можно брать этот посох, идти просто к ботам посохом. Идти посохом? Да. Здесь еще один ящик. Мы не на якоре ведь? О, да, ты уплываешь от меня. Не, мы не на якоре. Короче, просто один посохом бьет мобов, другой пушки фигачит. Где там они? Ты там все собрал? Хочешь их просто посохом, они вообще, да? Плывут или нет? Плывут. Они, по-моему, тонут. Да. Ну ждем тогда. Я надеюсь, сейчас не будет второй волны сразу. Не должно быть. Хотя бы покушать возьму. Нет, будет сразу вторая. Че, гонишь, что ли? У нас ядер столько нет. А посох тоже урон кораблю наносит? Так, а лутик пошел? Нет. Лутик возле корабля слева.
Руками нужно забирать. Да я думаю, от ботов мы-то убежать сможем, если... А вот это плохо, что я умираю? Все, умираю. Я, мы... короче, чинить. Мы там не тонем, а чини я собираю. О, капец, они попадают. Нужно капец. Отстреливаться. Но и лут тоже не хотелось бы просирать. Я не могу прыгать, короче. Ну это... Они просто магическими ПКД бросают. Да, блин, меня просто бросает туда-сюда из-за ударов. Дэн, хелпа, тонем. Бегу. Опусти пару, чтобы мы просто уплыли немножко в какую-то сторону. Только главное нормальную сторону выбрать. Стоп, а лутик, где лутик? Вроде все собрали. Ну, только один трезубец валялся, по-моему. Пускать на него. Так, ты снизу, да? Да-да. Капец, я, блин, только чинить успеваю. Они сразу лупят. Ты их там бьешь? Ну, я снизу, но они вообще не тонут, чтобы ты понимал. То есть вообще. Я кнопку перепутал и умер из-за этого. Тупой Майнкрафт, ненавижу. То есть здесь на контрол ты замедляешься, вместо того, чтобы наоборот ускоряться. Я замедлился, и меня ваншотнул скелет, прикинь. Скелет ваншот. Ну, короче, у них дыр даже нет, поэтому такое. Сбудут. Смысла вообще нет с ними сражаться пока что. Как мы-то там не тонем? Я не знаю, я мертвый. Ну, самую малость. Сейчас я приду. Пришел? Ой, с ядрами, конечно, уже не все хорошо. Ну, прижоночка, да. Так, а где второй паренек? Он за этим прячется, за первым. Идем прямо на него, я запрыгну. Протараним, я запрыгну, и, возможно, они начнут тонуть. Ну, я по нему раза 4 дал. Ой, пиваем, что? А, здесь черные. Они тонут. А? Это реально тонет. А мы? Мы почти не тонем. Блин. Ой, почти первый затопил. Ну вот нет. Первый почти. Первый пошел. Нет.
Я умер. Но первый, короче, уже... Первый ярус затопился. Я думаю, если они дойдут до второго, то должны прям сразу тонуть. Я надеюсь. Если что, я сейчас еще раз залечу. Тут нас бьют прямо. Боты? Ну, ты не надо. Главное, далеко не уходи от этих, ну, ребят. То есть, если они там остановятся, сбрось парус, и второй корабль мы уже просто вот так убьем. То, я думаю. Мы прямо тонем. Ой, ну я еще иду. Спасай, спасай как можешь. А, быстрее иди. Куда ты льешь, Дэн? Да я два раза нажал случайно. Я пошел чинить. Черпай. Ой, прямо по роже мне. Ой, какая дыра огромная. Жестко попадают, прям очень жестко попадают. Вообще. КД. Тонем, тонем. Да блин, он прям по мне херачит. А мы на месте стоим, что ли? Плохо. Из-за этого и попадают. Мы ж не планировали далеко отплывать от этого с тобой. О, видишь? Промазали. Попали. Не надо поесть, иначе я сейчас сдал. Да как так? Слава, ты не хочешь от них просто уйти? Дэн, короче, чини, уплыть. Мне нужно что-то посмотреть, как их здесь вообще бить. Ты не хочешь от них вообще уплыть? У нас заканчиваются ядры, доски. Я убегаю. Чинись пока. Сейчас заведу их просто в скалы, и может их там убить получит. Может. Может и нет. Да нормально все будет. Я сам не знаю, правда, сможем ли мы отсюда выйти. Хочешь... Тварь справа на таран идет. Капец, он меня чуть не ваншотнул. Дэн, я не за штурвалом, если что, я хилиться пошел. А, огонь, мы прямо в этот идем. Да нормально, нормально. Нужно поднять просто парус. Ой, идеально, даже не ударились. Ну ты века скинул. Поднимаем. Нужно разворот сделать, поднять полностью и дамажить просто их, пока они здесь стоят. У этих первый этаж затоплен уже. Там с ними врезаемся, у нас, наверное, тоже первый этаж затоплен. Так мы же не врезались. Мы успели остановиться. Так мы сейчас врезались в этих. Эти утонут уже, 100%. Главное, наш спаси корабль, нужно.
спасаю. У них уже пол второго. Пол второго, это хорошо. Где? Где мы живем? Вижу. Все, они утонули. Ну прям должны утонуть, там уже выше. Короче, там почти затопило. Он стреляет туда по нам. Капитан со снайперки палит. Ужасно. Нет, он не со снайперки. Тут прямо кто-то ядрами. Лупит, потому что мы постоянно тонем. Так, второй утонул, не знаешь? Нет, не утонул. С твоего корабля стреляют. В котором ты. Ну, сейчас я иду. Я думаю, ты их отвлекаешь. Меня все равно сбросили. Короче, ты чинишь? Я просто три шота, блядь. Я черпаю, я не могу чинить. А че он не утонул? Ты не успеешь починить? Нет, я могу только черпать. Это под воду ушел. Который возле нас стоял. А здесь я сейчас не буду давать им стрелять. И ты сможешь починиться. Да не замедляйся. Все, они не стреляют. Ну хорошо, я чиню. Есть. 15 досок всего осталось. Надо, короче, этих добивать, потом идти лутать какие-то острова, добирать до этого и все, и сдавать. Если можешь по ним пострелять, было бы неплохо, потому что они что-то вроде и тонут, а вроде и нет. Я думаю, надо сначала почерпать водицу. Они починили нижний, поэтому не тонут. Мы-то тонем, я не понимаю, откуда течет еще. А, вон, вижу. У нас тут дырок вообще капец. Им бы реально один шот, и они утонут. Не стреляют, чем ты там занимаешься? Я умер? Их там много, Дэн, очень много. Я еще и без еды пошел. Меня просто скинуло, я решил, ну ладно тогда. Значит, нужно идти. Ну, можешь корабль просто лбом к ним развернуть, и тогда они только в одну точку будут пробивать. Появишься, развернешь, я... Мы можем к ним ближе подплыть, и тогда они вообще не смогут по нам стрелять. Но лут не хотелось бы просрать. Говно, говно, говно. Чини, блин, тупой. Рад. Самые точные боты в мире просто, серьезно. Качает на волнах. Блин, нам бы не крутиться вообще. А неплохо было бы. Но сначала круг придется сделать. Я чиню. А где весь лут? Нет, это был не лут. А нет, это был лут, наверное. Ну они тонут, смотри, утонули. Ну все, где-то лут. Давай починим здесь наш корабль и искать лут дальше. Капец, у нас дыр везде. Вот тот, который возле нас стоял, он утонул или пропал? Ну, судя потому, что нет лута, он, возможно, просто пропал, кстати. Он там застрял. Ох. Просто и все. Хорошо, чуть-чуть вперед пройти. Что тут вообще ничего нет. Ну, под водой нужно смотреть. Смотрю, ничего нету. Ну, с этого зато много дропнуло. За двоих.
Да заякрился? Ну и как-то поставил? Не-не-не-не-не. Поставил. Нам придется сейчас еще поворачивать. Блин, тупой корабль. С какой стороны? Все, теперь можно лутать. Ой, я вообще ничего не вижу ночью. Ну ты не чё? Вовремя. А блин, еще бы ты. Давай заберем побыстрее просто. Дальше с этим будем разбираться. У нас нечем разбираться, у нас ядер. Бутылка. Ще бутылка. А блин. Да они в скалу встали, Дэн. Сейчас я проверю. Вроде лута нет. Сколько у нас ядер есть? У тебя сколько? У меня 2. У меня 2. Сундук пустой? Бочки! Справа бочки есть. Ну, короче, где-то есть бочки рядом. Ну, вот вижу. Ой, вот это плохо. Нам нужно корабль увести. Что там случилось? Да блин. Как они-то оттуда стреляют-то? Поднимай. Мне нужно чуть-чуть парус опустить, чтобы мы прям на метр вперед прошли. Пускай я чиню его. А, я не могу уходить. Да блин, Дэн, ты что не держишь? Так я чинить пошел. Да давай просто так пройдем на нем. Держи. Просто держи. Мы сейчас утонем. Ой, я черпаю. Да боже, какие же говнари. Нам буквально на метр вперед пройти нужно. Чини мачту, если можешь. Я не могу чинить мачту. Я черпаю, мы иначе утонем. Да все, мы вроде как прошли, сколько нам нужно было. Они куда-то пропали. Да, они уплыли, может. А, вот, впереди. Они впереди застряли опять. Либо нет, либо они хотят нас продамажить. Блин, они прям стоят так, что будут по нам стрелять, видишь? Но мы можем тоже по ним популять, если развернем корабль. Короче, будь на корабле. А, ты чё придумал? Попробуй, посмотри, есть ли у нас ядра вообще хоть какие-то. Хоть несколько. Есть, я в бочках нашел.
Смотри, в чем суть? Я сейчас подплыву к ним, ты пока не стреляй. Я подплыву, ты дашь шот, и я забегу тогда. Ну, то есть они стоят на месте, поэтому попасть вроде несложно должно быть. Если нужно, если прям будет плохо, я... скажи, я залезу к ним наверх и буду их просто отбивать. Стреляют. От пушек. Это не... они прямо дамажат. Попадешь? Я чиню. У нас с досками-то, кстати, не то чтобы этот. Там ящик с досками лежит. Это качнуло меня. Ну, я пока убил, типа. Взял 10 ядер. Че, возвращаться с ядрами или достаточно все-таки? Ядра-то есть. Ну, отсюда херово попадать. Ну... Там главное просто шотик дать, и все. Я, может, бомбцы у них где-то найду. Кстати, босс, походу, какой-то новый, потому что у него имя на английском. Ой, хорош, но ниже нужно немного. Ну, тут уж как бы... Ой, подожди, не знаю, поесть. Я пытаюсь тут... принимать их здесь понемногу. Выбирать не приходится. Ну смотри, они на первом этаже, я смотрю, тонут. Проблема только в том, что они здесь спавнятся, если я пойду их убивать, могу сам сдохнуть. Проблема в том, что мы тоже. Короче, они починили полностью свой первый этаж. Ящик с досками. Починили — это плохо. Это еще плескалось где-то вот. Ладно, сейчас помогу с этими, которые за пушками стоят. Либо нет. Убили. Тебя убили? Ну, да, короче, они... Тебя убили? Спрашиваю, тебя убили? А, да. Ну, короче, они нижние успели починить. А все, они, добежал. Короче, под воду уплыли на бежать. Ну и ладно. Все, давай. А, нормас, они прямо от нас слева появились. О, резайся быстрее. Ну, я быстрее никак. О, это нас так бьют? Нет, нет, не нас. Вот теперь нас. Ой-ой. А, у нас целый ящик и целый ящик ядер, класс. Так я подобрал в сундуках-то так. Не кисло было еще. Блять, а что не пролетело-то? В скалу, блин, Дэн.
Они справа. Корабль на тебе, я попробую... А хотя, блин, а как здесь запрыгнуть к ним? Надеюсь, они в скалу пойдут. Фреско, привет. Бля, мне надо срочно есть. Последний кокос, что у нас еды-то больше нет? В сундуках, на палубе. Где ты делся? Ну, кстати, они горят, оказывается. Это неплохой варик. Были бы, конечно, у нас поджигательные. А я думал, ты у них там. Ты играл в игры серии Doom? Не, никогда. Вообще. Вообще даже на плойке в Doom не играл. Не было у меня плойки. Там впереди корабль игроков Бригантина, либо выше. Может, мы убежим? Бригантина, да. Бригантина с эмиссаркой первого уровня. Но они на нас идут. Я полагаю, от них убегать. Мы от них будем убегать, да, Дэн. Так где у нас? Так, смотри, ты сейчас будешь идти, выровняй курс, я к ним спрыгну, попытаюсь якорь поставить. Книпель летит. Если они сейчас попадут, это будет просто дичь. Ну, один попал. Не, не попал. Капец, они спамят этими атаками. Такая дичь. Во, попал один. Ой, меня еще и сбросило. Капец. Да уходи под углом от них лучше. Не давай им сбоку идти. Да, подожди, я штурвал чиню. А где русалка? Нам нужно заставить их свою игру сыграть, чтобы они за нами ровно поплыли, чтобы можно было поставить их на якорь. Нам нужно тебя на корабль прислать, чтобы кто-то мог один чинить, другой рулить. Мы тонем. Прям настолько сильно тонем? Нет. Еще чинить. Как это работает? Они плыли сзади нас, а пробой у нас спереди. Попробую к ним, короче. Смотри там, чтобы ни во что не врезать. Они так дамажить все равно нас не смогут. Верно. Он против Блин, ветра он плывет. Меня заметил. Прям сильно заметил. Убил его? Ну, меня... Они, короче, они прям палят жестко. Подплывал... Короче, подплыть не получится. Разве что искать место, где мы сможем прям по прямой очень долго плыть. Вылезать вдвоем и пытаться просто их запушить и поставить якорь. А их-то там сколько? Их там три. Ну, то есть, как для Бригантины. Стандарт. Чтобы ты понимал, я пока плыл, они мне со снайперки сразу дали. Потом я зацепился, и они меня просто добили. Они нас догоняют. Так иди против ветра, чтобы они не догоняли. Что у нас по ядрам-то? Да нет. Снайперка стоит. Отрезубец их Дэнд, не убьет? Ты на управлении. Я пошел искать. Не загарпунить нас хотели. Они сейчас в скалу все врежутся. Не врезались. Очень жаль. Они загарпунили нас.
Готовься принимать бой. Ага, принял. У нас. Сбросил нам якорь. А-а-а! Ты пролетал между нами, он в тебя стрелял и попал в меня. Да все, не забрали нас наши тебя. Дэн, нужно просто против ветра всегда плыть, когда за тобой. Так мы сначала и плыли против ветра. Нет, у нас ветер в бок был. Нет, мы изначально плыли против ветра, они вообще нас догоняли против ветра. Да нифига они нас не догоняли, они наоборот как раз таки отставали против ветра. Потом ветер был в сторону, и они нас догнали на вот этом. Потому что они смогли с угла зайти. Да все уже. Там этот появился уже. Да все, корабль затонул. Ну, можно на этом и заканчивать просто стрим. Люто. У меня просто желание уже больше. Это все боты тупые, нам сколько дали ботов? Мне там все пишет. Да блин, я не хочу больше. Ну, заново, конечно, столько лутать, это да. Вернее. Полнейшее. А ты где вообще? На острове. Ой. Че, не будем топить-то, да? Да, ну блин. Это бред. Ну то есть за час мы ничего все равно не успеем. Блин, было бы еще чем топить. Ну час можно в танке покатать. Топи, короче, сейчас я подойду через 2 минуты. Да ладно, я просто буду заканчивать. У тебя много зрителей? Да нет, никого нет. Ну вот. Какая разница. Короче, давай, удачи. Давай, я тебе. Все, короче, будем заканчивать. Сегодня что-то не получилось у нас. Да, пофиг. Всем спасибо. Лайкосы. Всем пока.